Слушай, а стуки-то прекратились. И вправду. Может, тварь отступила? А может, уже и пробила двери. Ну и нафиг ты такое говоришь? Да расслабься ты, не пробила. Подарки? Ну, наверное, под елку. Да, там все подарки, давай, клади их в кучу. Да, вот это вы постарались. Гирлянда, елка, куча подарков. Это что, чулки? Это носки. Тоже для подарков. Здесь следы крови. Может, он... О, вот и ты, тварь. Ну что ж, смотрю, тебе тоже досталось. Пора отведать свинца, ублюдок. Добро пожаловать на планету Земля, тварь. Надо как-то попасть на второй этаж. Но как? Эти откосы выглядят весьма привлекательно. Там какие-то выемки. Возможно, удастся за них зацепиться. Опасно, конечно, но других вариантов я не вижу. Получается... скользковато. Дождь моросит. Так. Уже приличная высота. Ладно, еще чуть-чуть, и я у цели. Вскарабкаюсь на крышу и... Это не знаю. Но я никаких призраков не видел. И хочу сказать тебе, что ты стоишь в моей комнате. Она моя. Можешь занять другую, она чуть похуже. Да мне в принципе все равно. Вот это правильно сказано. Ладно. Идем дальше. Здесь еще двери. А, это душевая. Что с тобой? Твою же! Столетнее дерьмо, Линч! Ты сам выбрал правую сторону. Ладно, идем дальше. Меня сейчас вырвет. Ha ha ha.